Урок восьмой. Грамматика, речь твоя модель. Мэнде вар. У меня есть. Мэнде йохтур. У меня нет. Сэнде чанта вар. У тебя есть сумка? Бэле. Мэнде чанта вар. Да, у меня есть сумка. Бэле. Вар. Да, есть. Хейр. Мэнде чанта йохтур. Нет. У меня нет сумки. Хейр. Йохтур. Нет. Выучи и запомни. Мэнде вар. У меня есть. Сэнде вар. У тебя есть. Онда вар. У него, у нее есть. Бизде вар. У нас есть. Сизде вар. У вас есть. Онларда вар. У них есть. Следует отметить, мэнде китаб вар. Мэнем китабом вар. Хотя мы и ставим знак равенства между этими предложениями, они не полностью синонимичны. Оба предложения выражают принадлежность предмета, однако подразумевают несколько отличную определенность принадлежность предмета. Предложение «мяним читабым вар» подразумевает действительную принадлежность предмета. Те упомянутый предмет действительно принадлежит мне. Тогда как «мянда читаб вар» следует понимать, что у меня имеется книга. Она может быть моей собственностью и нет. Я просто утверждаю, что она имеется в моем распоряжении. Поэтому мы не можем сказать так о своих родственниках. Мэнде бадзи, кардаш, ана, ата, эр, вар. Они все принадлежат мне. У меня есть брат. Переводится мэним кардашим вар. То же самое относится к таким предметам принадлежности, как квартира, дом, дача и другие существенные частные принадлежности. Мы знаем слова «да», «де», «так», как «также», «тоже». В этом значении они пишутся раздельно и безударно. «Мэнде мэллимэм» – «я тоже учитель». Тогда как в «мэнде алма вар» – «у меня есть яблоко». Они выступают как суффиксы, обозначающие местонахождение предмета. Местный падеж, которого вы узнаете позже, пишутся слитно и находятся под ударом.